Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем играть в Papers, Please. А тем временем Калечи избавляется от шпионов из Арстоцки, герои-разведчики раскрыты, политика и спорт. А еще сегодня 2 декабря 1982 года. И не та дата, которую вы сейчас видите у себя где-нибудь на мониторе, вправо внизу или где-нибудь на телефоне. Сегодня 2 декабря 1982 года, все нормально. Сегодня вас посетит начальник оперативного отдела по Восточному Грештину. Не ударьте в грязь лицом. Слава Арстоцки. Все нормально. А, то есть ничего не изменилось, да? Здрасте. Так. Вы здесь инспектор. Значит, я за вас в ответе. Количество полученных замечаний 9. Похоже, доверять лотерее была ошибка. Надеюсь, это вас вдохновит. Поверьте это на стену. Я вернусь через 10 дней. Только попробуйте меня опозорить. Слава Арстоцки. Министерство въезда грамота за эффективную работу. И спасибо. Сюда повешу, чтобы все видели. Какая я классная. Привет. В гости. 30 дней. Все нормально. Так, 27 декабря. Юрко М. Так. Это Мэтт Охлендорф. Охлендорф. Мэтт. Ну, все нормально. Я не понимаю, что это такое и что с этим делать. Это никуда не повесишь, это никуда не берешь. А, бумажка там пропала. Вести друзей. Транзит 2 дня. Джессика Террис. Бастан. По-моему, там есть такой город. Может, и не там, но где-то есть. А, там, до 17 декабря. Это было просто. Да, это было просто, а потом... Именно это... В смысле, там был транзит? А, там был транзит. Или нет? Или да? Ай, моя невнимательность. Что похоже делать? Что такое паспорт? Люди, вы тупые. Я серьезно. Нет. Не уйду. Арест, мне только больше заплатят за это. Я отказываюсь, придурки, не трогайте меня, хуже бою. Сейчас познаете гнев тигра, у меня есть законное право уехать и остаться. Давайте, чуть-чуть пропустите меня. Ха! Так и надо было делать сразу. Просто... Ну вот так и надо с такими людьми, вот просто... Ну, хоть я так... Я не уйду, я... Ты познаешь гнев тигра. Ты пас с этим... Это... Оружием, короче, по башке, и все, короче, и... без проблем. Алекс Фурниев. Фурниев Алекс. Вау, так все. Бастан уже был. Просроченный паспорт. О чем вы говорите? Я ни о чем не говорю. Я говорю, что у тебя паспорт просроченный, да. Что без штрафа? Работа. Работа. 1 месяц. Как бы... А, может, тут типа по срокам надо еще измерять? А, это въезд. А, точно. Я собираюсь его продлить. Да меня как бы не волнует, ты продли, и все тогда, а то я собираюсь продлить. Уйти. Я тоже много чего собираюсь сделать, но надо же как-то сначала взять, а потом уже все нормально. Опять ты. Ваши люди готовы, начинаем завтра. Пропустите их. Я их не пропущу, если... Ну, я их пропущу, если у них все будет нормально с документами. С... Блин, подождите, пожалуйста. Чё за, блин, набор цифр?
Как это делать? Ай, короче. Ай, что ты там сказала мне? Гости 30 дней. Все нормально. Дарья Кривонос. Дарья Кривонос, все нормально. А, у тебя волосы на другие стороны, все. Так. Мне уже пофиг, я хочу побыстрее пропустить и посмотреть еще раз на эту фигню. Я просто не понимаю. Стефани Грайер. Стефани Грайер. Я сейчас напишу себе. Там была Дарья Кривонос, так что это другая была. Стефани. Все. Их пропустить. Значит, там еще один человек должен быть. Проектирование. Софья Нельсон. Шинглтон, работа 6 месяцев. Работа 6 месяцев. Софи Нельсон. Все нормально вроде. Все, валяй отсюда, я хочу посмотреть. Дай, дай, дай. Стефани. А, Михаил. Саратов. Михаил Саратов. Ну, это имечко попроще, если честно. Так, это все понятно, все дела, уйдите. Алис Ренати, Анна Куэлфи. 8 недель, 2 месяца, все нормально. У тебя уже все. Ай, ё-мой. У тебя все, короче, истекло. Мне плевать, что у тебя были какие-то дела. Если вы увидели, что сейчас там что-то, короче. Склеено было. В общем. Это опять у меня кошки всякие вылазят. А если они. Ты не женщина. А если. Если там ничего не было вырезано, значит. Это проблема, короче. Значит, я забыла, хотя я себе записала там, короче. Ладно, не будем об этом говорить. Шалин Дивенторф. Да ну. Мужик, ты женщина. Тогда вроде все нормально. В общем, пофиг-то, как-то уже деньги не зачислят. Извините. У всех все ок? Нифига, у меня 20-ка. 20-ка в сбережениях, это хорошо. Кража в министерстве въезда. Совершено несколько краж. Катастрофы не случилось. Антегрия шпиони за своими гражданами. Гражданами. Разоблачитель скрылся. Политика. Читаю плохо, читаю сегодня. 3 декабря 1982 года. Да уйти отсюда. При ограблении офиса Министерства въезда были похищены образцы печатей. Ничего важного не пропало, но разведка сообщает, что преступники уже начали подделывать официальные документы о расстоске. Подделки. Обязательно убедитесь, что в документах проставлены действительные печати. Проверяйте печати проверять. Проверяйте отсутствующие и неправильные печати согласно соответствующим пунктам в главе документа. Слова Арсоски. Печати. Ё-моё, печати. Тут крестик изображен, а не надо крестик. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю, я забыла, это опечатка.
Это все отговорки, ребята. Это все отговорки. Я ничего не делаю. Все делают эти ребята. Я нажимаю на кнопочку. Я их называю. Так все нормально. Ой, здорово, Джорджи. Привет, друг. Вот сегодня все получилось. Смотри, какие хорошие бумаги. Стать было нелегко и недешево. Ха-ха. Действительно очень смешно. Да ну. А ты как бы, как тебя спросить, чувак? Ай. А это нельзя выделить. Как это задать вопрос? Как задать вопрос ему? Я тебя пропущу за красивые глазки, просто ты мне нравишься. Ты лучше всех, Арсоска, лучшая страна. Вот возьми. О, монетка. Отдай. Спасибо. Наконец-то. Ну, зато он мучиться теперь не будет, чтобы... сидел. Джон... Горю. Так, гости две недели. Все хорошо, значит. Две недели. Все, давайте дальше. Доброе утро. Ты задержал пятерых. Премия неплохая, платят сразу. Да, ну пять. Тут слишком мало. Да, я знаю. У меня жена болеет, сосед всех гриппом заразил. Сколько осталось, я на лекарства все потратил. В следующий раз отдам остальное. А, тут еще? Ты задерживай побольше, всем легче будет. Задерживай побольше. Ну, пятерка все равно это нормально. Это все равно... Пять это не ноль. Понимаете, пять это не ноль, это лучше. Джорданов Симон, Калечия, Западный Грештин, а Западный Грештин это туда? Извините. Калечия, да, есть такой этот город. Все нормально, Симон Джорданов, работа. 6 месяцев. Полгода, да, наука. Джорданов. Вроде он. Даже как-то и не... А, может, печать может не там, ладно. Уже поставила эту фигню, так что... Последний момент. Только про это подумал, и все. Без штрафа. Где твое разрешение? Я не виноват, что тебе не дали нифига. Мне тоже никто не дает. Орден знает. А, это какой-то из этих чуваков был. Ну, правильно, что не пропустила, сам виноват. Если ты, как бы, хочешь что-нибудь взорвать или... Если ты террорист, то ты хотя бы документы все готовь нормально, чтобы я тебя пропустил. Я говорю о том, что тебя надо арестовать. Что ты поделаешь документы? Что вы делаете? В натуре. Пройдем, чувак. Да, все там объяснят. Я вообще ничего не знаю. Я просто, типа, арестовываю людей, пропускаю, не запускаю и все такое. Работать. Год. Вот работать. Питер Бойтер. Бойтер. Питер. 12-15. Ё-моё. 12-15 это... А, да, это напомню. И работать он будет долго. С
Целый год. Так, работа. А, там молоточек был в другую сторону, так что все нормально тут. Ладно, да, это, по-моему, да. Это скал. Ой, это не скал, это Абристан или Арбистан, или как там называется, слышал. Здорово, чувак. Врачи срочно вернуть посыльному. Первому агенту отказано. Через 3 дня прибудет второй. Не повторяйте свою ошибку. Это была не ошибка. Мне не о чем, как бы. Я так и хотел. Я не хотела вас всех выпускать, потому что вы дебилы какие-то. Я не хочу с вами связываться. Чувак, ты не же. Нормальный вопрос. Вот тебе так сложно ответить, женщина ты или мужчина? Вот мне не сложно. На то или женщина. Так, это, по-моему, не поддельное. Может, и поддельное? Нет, не поддельное, все нормально. Ё-моё. Следующий. Да. И встал такой, типа, нифига не было. Незнакомец принес вам деньги. Выбирайте, взять их или сжечь. Сжечь деньги? Вы серьезно? 1000. А типа, если... То, что мне дали взятку, как бы, в виде 1000 рублей. Ой, долларов. Это... Они меня могут сдать. Я же их не буду пропускать, значит, они могут меня сдать, значит, лучше не брать. Блин, сжигать деньги? Какой дебил будет сжигать деньги? Ну ладно. Блин. Ой, у меня уже 3 монетки. Блин, вот... Сложно. Не, ну мы живем в такой стране, в которой... которые тебя могут доложить очень легко и тебя посадят. Я не хочу, чтобы меня посадили, поэтому всем пока. Я не буду брать эти деньги, я их... Я не буду их сжигать, я их выброшу просто. Нет. Я их отдам другому, и потом нажалуюсь на него, и я буду национальным героем, а он будет дебилом. Поэтому все нормально. И на этом все. И всем пока.